Похоже, концы уводят на самый верх. Я больше никому не могу доверять, даже полиции. Время истекает. Мне нужно найти хоть одну улику, которая была бы неоспоримым доказательством. Показания приговоренного, которого казнили 5 часов назад. Джеймс Эрл Кэш признан виновным и приговоренным к смерти. Ждал приговора 3 года и был казнен прошлой ночью. Крутой парень, очнись! Ты не мертв, хотя это только пока. Ты получил второй шанс. Все в твоих руках. Весь мир полагает, что твоя казнь прошла успешно. И Джеймс Эрл Кэш получил по заслугам. Вылазь оттуда и спускайся. Да соберись ты, наушники прихвати. Надевай. Ну давай. Вот так. Теперь меня слышишь только ты. И только так ты сможешь выиграть. Потому что я твой единственный шанс выбраться отсюда. Полегче! Ты должен понять. Делай все так, как я скажу. И я обещаю, что... Other than that, you're on your own. It's up to you. Okay, are you ready?